Регулировщица Победы и Бранденбургская Мадонна. Сегодня день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская. Нашей знаменитой землячке исполнилось 98 лет. Во всем мире она стала известна после того, как фотограф Евгений Халдей запечатлел ее в мае 1945 года в Берлине. В те дни Мария Лиманская регулировала движение у Рейхстага. С днем рождения ветерана по телефону поздравил глава Волгограда Владимир Марченко. Снимок с Марией Лиманской стал очень популярным. Его перепечатали советские и зарубежные журналы. Ветеран родилась в селе Старая Полтавка, Царицынский уезд, Саратовская губерния, ныне Старополтавский район Волгоградской области. На фронт ушла в 1942-м. За время службы несколько раз оказывалась на краю гибели. 2 мая 1945 года Мария Лиманская стояла у Бранденбургских ворот и регулировала движение. Фотограф Евгений Халдей запечатлел ее на одной из фотографий, которая получила название «Регулировщица Победы». После войны Мария Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем Волгоградской области. С 1994 года живет в селе Звонаревка Саратовской области. Владимир Марченко обратился к ветерану с такими словами. Вся наша страна знает и помнит вас как олицетворение героизма советского народа, победившего фашизм. Вы стали для новых поколений примером стойкости, жизнелюбия и оптимизма. Благодарю вас за личный вклад в приближение великой победы. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.